Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня по республике переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременный дождь с грозой. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 15 градусов. Днем 26-31. Ночью в горах местами от 3 до 8 тепла. Днем воздух прогреется до 22 градусов. В Черкесске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 31. Отдых в горах должен быть уютным и комфортным. Активисты из разных районов Карачаева-Черкесии проводят реконструкцию гостевого домика и территории у нарзанного источника аула Верхняя Мара. Ранее домик у нарзана принимал много гостей, но из-за несчастного случая, который произошел зимой, в результате чего он сгорел, многим не удавалось оставаться здесь на ночлег. О благоустройстве места отдыха и о том, какие будут изменения, расскажет Алихан Люпшоков. Здесь, недалеко от аула Верхняя Мара, где находится нарзанный источник, сейчас ведется работа по восстановлению гостевого домика для отдыха. Этот домик для гостей уже много лет является излюбленным местом для ночлега отдыхающих на лоне этих прекрасных мест. К сожалению, из-за случайного возгорания, которое произошло зимой, многие лишились возможности здесь провести свой досуг. Очевидцы отметили, что пожар произошел из-за неисправности дымохода при отоплении дома. Домик загорелся из-за того, что там на крыше были осколки, которые сделаны из ружья, из всякого этого. Дымоход уже надо было его менять, конечно. Ночью случайно проснулся из наших товарищей. Он вас всех разбудил. Мы все выбежали. Дело было зимой. Был на речке лед, конечно. Мы постарались, конечно, водой потушить, но мы не смогли. Принять участие в благоустройстве территории у нарзана приехали жители из разных населенных пунктов республики. Инициатор, руководитель Карачаевского районного отделения общественной организации «Карачай-Ланхал» Джашарбек Качкаров подчеркнул, что создание комфортных условий отдыха здесь даст возможность многим гостям нашей республики не просто попробовать целебный нарзан, но и насладиться чудесной красотой природы этих мест. Очень я благодарен этим ребятам, которые отозвались и помогли. А здесь, вот вы видите, приехали с Мары. Ребята все, которые здесь были, они все здесь работают. Приехали с Ювелейного, приехали с Малокарачая. Ребята принимают активное участие в восстановлении этого домика. Помимо гостевого домика, здесь будет восстановлен и бассейн для купания, который 3 года назад из-за паводка был разрушен. Целебными свойствами здесь славится нарзан. Им лечат различные болезни желудка и печени. Помимо этого, полностью будет восстановлена крыша нарзанных ванн, где каждый приезжий сможет в скором времени окунуться. Такое интересное место. Источник целебный. Сахар понижает. Печень. Желудок. Я матери лечил этим источником. Ну, очень полезно. Создаем условия для людей, чтобы они лечились. Это и суставы. Вот сейчас только что отъехала женщина. Она говорит, нога так разбухла, говорит, ниже колена. Говорит, приняла, говорит, ряд ванн. И очень хорошо себя чувствует. Совсем скоро домик для гостей будет полностью восстановлен. Будет проведен и деревянный мост через речку к нарзану. Джашарбек Кочкаров еще раз призвал всех отдыхающих соблюдать чистоту и порядок. Каждый раз убирать за собой. Уезжая, наша съемочная группа проверила удобство и прочность новых дорог. Так что теперь сюда смогут с легкостью приезжать многие любители отдыха в горах. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14:30 с ведущим Ашимезом Пхешховым. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра.
Мы рады пригласить детей и их родителей в новый детский развлекательный центр, расположенный в ауле Сарытюз. Отметить детский день рождения, отдохнуть в семейном кругу, провести мероприятия для дошкольных и школьных групп. Все это предлагает вам наш детский развлекательный центр. Ждем вас в ауле Сарытюз, рядом с Ковровой империей Венера. Звоните +7 928 390 43 49.